Я вітаю вас в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – здорові зуби. Чи можливі вони в умовах нашого сьогодення? І відповісти на це питання нам допоможуть наші сьогоднішні гості. Завідуюча терапевтичним відділенням обласної стоматологічної поліклініки Галина Осташенко і лікар-стоматолог-ортопед обласної стоматологічної поліклініки Єгор Шарко. Друзья мои, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что несмотря на такую вашу занятость, вы все-таки нашли время заглянуть к нам в студию. Я хочу напомнить нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире. Наш контактный телефон 76-92-42. Друзья мои, если вас интересует зубной вопрос, звоните, мы и наши гости попытаются вам ответить. Галина Федоровна, Егор, сегодня, вот я сказала, что тема нашей сегодняшней беседы – здоровые зубы. В условиях сегодняшнего, в условиях и реалиях сегодняшнего дня это возможно, учесть, что все очень дорого, стоматологические услуги вообще цены зашкаливают. Но вы, Галина Федоровна, и вы, Егор, работаете в поликлинике, которая была основана в 1954 году. Так точно. То есть это старинная поликлиника. Да. Первая. Еще одна из первых поликлиник. Сколько лет вы работаете в этой поликлинике? Я работаю 50 лет. Наверное, много повидали всего. Очень много, да. Галина Федоровна, знаете, пока все-таки мы, если останется время, мы продолжим воспоминать, но хотелось бы вот сегодня. Итак, Галина Федоровна, как сегодня, учесть, что население беднеет, да, цены поднимаются, а болезни, они никуда не деваются? Никуда не деваются. Ну что, я хочу сказать, что в городе можно получить бесплатную помощь, в смысле бюджетные организации остались. Это областная стоматполиклиника, наша поликлиника, терапевтическое отделение, хирургическое отделение. Работаем, но к нам прикреплены сугубо заводский район. Это бюджет выделяет средства на обслуживание заводского района. Только заводского? Население заводского района для лечения и хирургии. И терапевтического. Но для протезирования Егор остановится, он потом расскажет, там особенности есть, не весь район к нам прикреплен. Еще есть одна бюджетная поликлиника, это бывшая детская поликлиника. Остались бюджетными отделениями. Проспект Ленина и Лягина, да? Проспект Ленина и Лягина. К ним подсоединили бюджетные отделения 5-й поликлиники, 2-й поликлиники и кабинеты, которые неотложная помощь, которые расположены на территории БСМП. Вот эти бюджетные, это все бюджетные поликлиники. Это три бюджетных отделения, да. Три бюджетных отделения набора, да? И образовалась городская стоматполиклиника. Но мы, как всегда, еще с самого начала, с 54-го года и до сих пор, мы работаем, именно наше бюджетное отделение, бесплатно. Мы обслуживаем не только заводский район, это наше население, которое прикреплено к нам, и они могут лечиться у нас бесплатно, все услуги получить бесплатно. Но бесплатно особенно, поставить плюс, да. Особенно вот пенсионный возраст, молодежь, малообеспеченные люди, они могут обращаться и получать у нас бесплатную помощь. Кроме некоторых услуг, у нас есть, например, ортопантомограмма. Я почему подчеркиваю, потому что у нас мы закупили эти оборудования, которые закуплены за счет спецсредств и за счет валюты, мы должны вернуть в государство, ну, в общем, эти средства. Поэтому там некоторые расценки не очень дорогие, например, на ортопантомограмму. По сравнению с другими учреждениями, то иногда, но не всегда. Главный врач идет навстречу бедным и разрешает решить проблему бесплатно даже эти обследования. Все лечение, конечно, проводится материалами, которые закупаются за счет бюджета. Почему
Некоторые пациенты приходят, они хотели бы получить на уровне современных материалов помощь. Наше бюджетное отделение не располагает такими материалами, но качественному лечению мы соответствуем. Я хочу заранее заявить и с большой твердостью и уверенностью, что врачи лечебного отделения, хирургического отделения лучшие в городе. Это не потому, что они наши, просто они много лет работают и уделяют внимание пациентам, все, проходят самые сложные и обследования, и прикладывают все усилия для того, чтобы порешать эту проблему. Я не думаю, что... бывают ситуации, может быть, не всегда, мы не боги, мы все не можем сделать, но то, что в состоянии, мы решаем эти проблемы. Пожалуйста, пусть обращается Заводский район. И еще, наша поликлиника несет большую нагрузку еще за счет организационно-методической работы в районах области. По направлению к нам обращаются с районов очень много пациентов, мы их тоже должны обслужить и так далее. С острой болью обращаются к нам пациенты, тоже их мы записываем, и первое посещение у них проходит бесплатно. Вот, но... вот, Галина Федоровна, если акцентировать внимание наших телезрителей, человек не проживает в Заводском районе, но у него острая боль, он может обратиться? Конечно, они и обращаются, и иногородние приезжают. Это же такое дело, что командировки и так далее. То есть разных... Острую боль, это святое, принимается всегда безотказно и бесплатно. Ну и не только лечение бюджетное есть, то есть часть лечения, которое на бюджетной основе, но еще и есть и даже и протезирование, да, есть такая да, программа? Да, естественно, конечно. Мы обеспечиваем также самым бесплатным протезированием, но, как уже Галина Федоровна сказала, только лишь часть Заводского района. К сожалению, с 2013 года присутствует приказ о разделение между второй поликлиникой и нашей областной поликлиникой в бесплатном зубопротезировании. Перечень проживающих можно найти и в областной стоматополиклинике, и во второй поликлинике. То есть, кто к какой относится. Адреса, да, по адресам. Вот. Кто относится? По бесплатному протезированию к нам, что очень приятно, опять же, вернулись пенсионеры за ВИКом. То есть раньше у нас в течение года мы были вынуждены не принимать их, потому что их потеряли, не было их в приказе. То есть не было на них рассчитано, не выделялись никакие да, деньги, да? Да, мы обеспечивали только веераны труда были, а также участники боевых действий, инвалиды войны, чернобыльцы. А пожилые есть, люди как бы не люди, да, и пусть себе едят кашки. Почему-то их не давали возможности протезировать. Ну, забыли про него, да. Вот. Но, слава богу, благодаря обращениям разных руководителей областных поликлиник по Украине все-таки вернули обратно. Вспомнили за них, да. Слава богу. Благодаря этому можно снова рассматривать бесплатное протезирование. Вот обращаться пенсионеры. Пенсионеры Заводского района, милости просим, обращайтесь. То есть, Егор, вот если можно, да. Процедуру вот этого обращения к вам. Вот человек, пожилой человек хочет все-таки действительно восстановить жевательные функции своего организма, потому что нет зубов, это плохо. Все согласятся с тем, что хорошо, когда есть зубы. Но если не свои, то хотя бы тогда уже вставные. Будьте добры, Галина Федоровна, как происходит процедура обращения? Значит, обращение происходит, они должны, для того, чтобы именно оформиться на бесплатное протезирование, они должны принести паспорт с пропиской именно подлежащий нашему учреждению. Затем принести справку, раньше было принести справку для ветеранов войны с собеса, там, где они получают, какая пенсия, потому что было ограничение по деньгам даже. Вот. Пенсионерам сейчас пришел ответ, что им не нужна справка, они могут обращаться, но это надо обязательно получить для разрешения на протезирование, получить ордер. Для того, чтобы его получить. Уже как на квартиру, ордер. Это же деньги, бюджет. Понимаете? Мы же тоже должны за них отчитываться, за потраченные финансовые средства. Мы же все равно это делается не совсем бесплатно. То есть это идет перечисление денег. Соответственно, бюджет оплачивают за их работы, оплачивают. Поэтому с нас мы тоже и документацию заполняем, мы ведем отчет, то есть и отчитываемся полностью за это, конечно. Поэтому это все очень строго, и за этим всем следится, за порядком. Егор, а что это за ордер?
Это ордер на бесплатное протезирование. Это та разрешительная бумага. Где он? В нашей больнице. В вашей больнице, да? Если все соответствует, справка годится и проживание соответствует. Все, никаких вопросов нет. Друзья мои, итак, давайте по порядку, чтобы телезрители наши все-таки поняли, что итак, человек приходит к вашу поликлинику с пропиской. Вы смотрите его прописку, да? Дальше что? Надо получить, записаться, получить историю болезни. Да, карточку. Попасть врачу-ортопеду. То есть это к вам еду? Да. Определиться. Одному из врачей. Сегодня вы представляете армию врача-ортопеда. Да. Да, непосредственно к нам. Определяется объем работы, и затем уже решается вопрос уже юридический, вот эти бумажные дела. Друзья мои, у нас есть звонок в студию. Добрый день, мы вас слушаем. Говорите. Добрый день. Здрасте. Будьте добры, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Пенсионерам Заводского района, я так понимаю, очень повезло. У них есть возможность за бюджетные средства лечения пройти. А как быть пенсионером Ленинского района? Куда так, идти? Можно я отвечу? Сейчас. Да, спасибо вам за вопрос, Галина Федоровна, будьте добры. Значит, все поликлиники КПДП-1, КПДП-2, Ленинский район прикреплен к КПДП-1. Это находится на ЮТЗ, на красной, 68 коммунаров или как-то там улица называется? Нет, 60 какой-то там дивизии. Дивизии, да-да-да. Значит, вы туда прикреплены, обращайтесь. Это туда. Район ЮТЗ чуть-чуть. То же самое, да, надо обратиться с такими же документами туда, и вас запишут. Я не знаю, как именно их организовано, или заранее, или, но во всяком случае, они там принимают. И даже часть Заводского района, который к нам не относится, они идут во вторую поликлинику, которая находится на Первой Слободской. То же самое, они с такими же документами должны туда обращаться. Но узнать, кто относится к областной, а кто ко второй, вот Заводский район, это у нас в регистратуре висит список. Подготовиться к протезированию вы имеете право у нас. А что значит подготовиться бесплатно к протезированию? Ну, там надо просанировать зубки, иногда там специальная подготовка. Ну, это целый план подготовки. Они имеют право обратиться к нам, все сделать, а потом идти туда во вторую поликлинику. То есть даже непосредственно в поликлинике они могут сначала обратиться по месту протезирования, для того, чтобы им составили необходимый план, какие зубы необходимо пролечить, какие необходимо, возможно, удалить. То есть что необходимо выполнить для изготовления качественных протезов. И впоследствии обратиться к нам с этим намеченным планом дальше для подготовки к протезированию, а дальше вернуться во вторую для протезирования. Или остаться у нас, но, к сожалению, это будет для них тогда, если они относятся ко второй больнице уже за финансовые средства собственные. Безусловно, что вообще протезирование, чем лучше протезы, тем они дороже. Но если даже бесплатно... Если как лучше? Ну, я не знаю. Галина Федоровна, я ж не медик. Да, я ж не медик. Ну, да, наверное. Вы меня поправьте, если что-то не так я говорю. Потому что чем дороже, какие-то там имплантанты сейчас вообще, что-то там такое, что тебе вставили такой щелк и все. И бывает, что выдирают все зубы, вставляют новые. Но это все стоит безумных денег, конечно. Но мы сейчас говорим о том, как помочь людям, страждущим людям, при их минимальных доходах. Егор, на каких материалах вы работаете, чтобы все-таки действительно, ну, хотя бы минимальное качество было протезов, чтобы люди могли не так страдать? Материалы, которые понятны, вопрос очень интересный, как бы, потому что действительно материалы, которые используются у нас, это материалы, которые разрешены МОЗ Украины, то есть на это все сертификаты, всем желающим их можно предоставить, если возникают у людей вопросы. Но есть момент следующего характера, что по бесплатному протезированию выделяются средства для изготовления съемных протезов и металлических коронок. То бишь, невозможно использовать эти средства для изготовления таких эстетических конструкций, как облицовка керамики, пластмассы, цельнолитые конструкции. То есть их по законодательству нельзя использовать для решения вот этих проблем. То есть, грубо говоря, можно выразиться таким образом, что бесплатное протезирование является функциональным протезированием для возвращения возможности пережевывания пищи, возвращения возможности разговора, жевательной эффективности, эстетики в области съемных протезов, то есть непосредственно для возвращения человека к нормальной функционирующей жизни. Но вечером зубки вытащил, стаканчик и,
Я хочу вам сказать, что если взять сейчас такую патологию, как заболевание десен, пародонтит, когда зубы, если не обращаться вовремя, вот, кстати, я хочу воспользоваться, пользуйтесь, Галина Федоровна, воспользоваться случаем и обратиться к пациентам, и чтобы они имели возможность не запускать эти все свои заболевания, потому что чем дольше вы занимаетесь самолечением, тем бывает труднее потом вылечить эти заболевания. Пожалуйста, приходите, как только появляются какие-то жалобы, не занимайтесь самолечением. Бывают, приходят с такими заболеваниями серьезными, как заболевания слизистой оболочки, заболевания неврологические, соматологические. Приходят и по полгода, по году, и даже более самостоятельно какими-то бабками, мамками лечатся, не знаю, какими-то народными средствами. Нужно прийти к специалисту вовремя, и тогда будет эффект от лечения более высокий. Да, вот. И еще, если уж вы приходите с такими заболеваниями, как слизистая оболочка и неврогенные заболевания, большая просьба взять направление, если вы уже к кому-то обращались, и получить свою историю болезни общую у своего участкового врача или семейного врача, как там у кого как оно считается, потому что иногда необходимы сведения о ее, о ваших перенесенных заболеваниях, о том, чем вы лечились и так далее. Это обязательное условие. То есть врач должен обязательно видеть общую картину. С зубами можно приходить без всяких обследований. У нас специалисты высокого класса, они сами сделают диагностику и назначат план лечения. А вот более серьезные пародонтиты, если где-то лечился, какие-то есть исследования, обязательно надо с собой приносить. Егор, а если вернуться к вопросу протезирования, вы, врачи-ортопеды, не сами изготавливают? Нет, врач-ортопед непосредственно работает с пациентом, то бишь его задача разработать, согласовать с пациентом конструкцию, которая будет ему внедрена, ответить на все вопросы пациента и дальше подготовить полость рта, снять слепки и передать в зуботехническую лабораторию, в которой будут уже в дальнейшем изготавливаться те или другие виды протезирования, которые были согласованы. И если, допустим, вот вы работаете с пациентом, приходит пациент, сделали ему протезы, а они или в рот не влезают, ну мало, ну всякое бывает, то есть, ну точат их там, исправляют. Ну, такого не может. Не может быть? Не, ну поймите, как бы выражение такое, как в рот не влезают, это достаточно не медицинское понятие, но как бы... Я не медик, я уже сказала. Я просто говорю, что ну, если есть дефект какой-то конструкции, то мы на нее смотрим и, если возможно, устраняем. Нет, значит, ведем речь о изготовлении новых протезов. То есть, ну как бы, это все решается очень индивидуально. Так взагалі нас... это очень тяжело сказать. Егор, у нас есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я хотела бы у вас спросить, вы очень хорошо рассказали, как можно лечиться жителям Заводского района, Ленинского района. Будьте добры, пожалуйста, расскажите, что делать жителям еще и Центрального района, куда нам обращаться. Спасибо. Галина, Центральный район. Обращаться вы должны, кто проживает в Центральном районе, бесплатное протезирование, то есть бесплатное лечение, то есть бюджетное лечение, вы можете получить в 5-й поликлинике, которая находится в этом, в заводу, ну вот там, где заводоуправление 61-го, да, проходная, вот там, в этой поликлинике. Это ваша поликлиника района, которая вас будет обслуживать бесплатно. Протезирование, если вам нужно будет, вы должны обратиться во вторую стомат-поликлинику. Это находится на Первой Слободской. На Первой Слободской. Да. Это жители Центрального района. Жители Центрального района. А именно лечение, это вот где проходная? А лечение бесплатное. Бесплатное. Это бюджетное, мы об этом говорим. Да, конечно. Да. Это на... У нас есть еще звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите. Можно его? Алло. Да-да, мы вас слушаем, говорите. Георгий, он мне делал самый протез, самый у меня, задний, это самый, коронка взлетела совсем, самый. Сейчас я не могу ничего сделать, чтобы одеть этот самый передний зубы, самый, потому что справа она отлетела совсем. Что мне делать, прийти, чтобы он поставил мне на цементе опять по новой или что? Егор, наверное, вопрос к вам. Я так понял, что, наверное, вопрос ко мне. Он ставил мне.
Но... А, даже ваш пациент. Дело все в том, что по телефону мы, во-первых, ничем помочь не сможем в прямом эфире в данной ситуации, во-вторых, достаточно сумбурно объяснения были. То есть я очень рад буду увидеть, даже в принципе сегодня, ну, в связи с эфиром немножко задержимся на работу, но с 3 часов до 7 часов вечера очень рад вас видеть в поликлинике. Прямо сегодня подходите, и я все эти проблемы решим. Да, так что, дорогой телезритель, приходите, и наш Егор обязательно постарается решить ваши проблемы. Как мы видим, проблем действительно очень много, и особенно вот, ну, они в любой области. Не, ну, протезирование, опять же, очень много проблем, связанных с тем, что у людей мы... мало денег. Да, дело не в деньгах. Любая конструкция, установленная в полости рта, она имеет свой срок. Гарантийный срок, эксплуатационный срок. Не бывает вечных конструкций. То есть очень много, очень часто пациенты, думая о том, что они, например, сделают, удалят все зубы и поставят себе полные 2 протеза, это значит, им хватит на всю жизнь. Но кость... так же само, как и слизистая, они не постоянные величины, они с возрастом меняются, так же само, как и кожа, появляются морщины, все происходят возрастные изменения, в том числе они происходят и во рту. Когда проходит время, эта конструкция, то есть у каждой конструкции, почему я говорю проходит время, потому что у каждой конструкции есть свой эксплуатационный срок, у одних конструкций они больше, у других меньше, но больше 3 лет нет ни одной конструкции эксплуатационного срока. То есть по-хорошему надо каждый год-полтора, ну, в зависимости, опять же, от конструкции какой, может быть и полгода, если, ну, это все надо знать в индивидуальном порядке. Необходимо посещение стоматолога для оценки состояния конструкции, может быть, какой-то ее помощи заранее, то есть снятие, ревизии или замены, перебазировки съемных протезов. Ну, это все необходимо наблюдение. Чаще всего пациенты к нам обращаются, вот даже по сегодняшнему звоночку мы увидели, как пациенты просто обращаются в момент, когда что-то случилось. А, возможно, я не знаю, какая там ситуация, ее надо обязательно посмотреть и разобраться, но очень часто бывает такое, что если прийти в наплановый осмотр там раз в полгода в год, то этой ситуации можно избежать. Ну, когда... ну если честно, я тоже не знала, что протезы или, там, или коронки, они тоже требуют... Конечно. Я хочу сказать, что чтобы надо именно профилактикой заниматься своих заболеваний. Одним из главных моментов профилактики стоматологических заболеваний является обычная гигиена полости рта. Просто сам пациент не может, может подобрать себе нужную пасту, нужную щетку. Это нужно обратиться к специалисту. И желаю всем больным нашим, чтобы они имели своего врача, который бы отвечал за их зубы постоянно. И тогда они привыкнут к доктору и будут выполнять все их рекомендации. И даже для съемных конструкций, даже для несъемных конструкций и для зубов своих обязательно гигиена полости рта. Это залог на 50% предупредить все осложнения, которые могут быть. Это доказано наукой и доказано моим, я уже своего опыта. Доказано вашим 50-летним опытом, да, Галина Федоровна? Поэтому обратитесь к врачу, подберите себе правильную щетку, подберите нормальную пасту, которая будет учитывать все особенности и зубов, и слизистой оболочки, и ваших съемных и несъемных конструкций. И тогда вы обеспечите себя реже посещать стоматолога с какими-то большими проблемами. Так что вот такая ситуация, мне кажется, это один из моментов. И во-вторых, не запускать только. Если появились полости в зубах, значит, сразу надо обращаться, пока еще нет осложнений, пока только можно запломбировать в одно посещение этот зуб. Не ждать, пока он заболит. Потому что уже когда появились жалобы, это уже процесс лечения удлиняется, и осложнения могут быть в зависимости от стадии воспаления, когда они приходят к нам. Поэтому ранее обращение – это тоже один из моментов профилактики заболевания. Ну, я вам хочу сказать, Галина Федоровна, вы, конечно, очень милые и симпатичные, вы просто красавица, Егор такой симпатичный, но поход к стоматологу, я думаю, что телезрители согласятся со мной, лишний раз идти к стоматологу. Мама дорогая. Я хочу сказать, мы обращаемся с больными всегда, я лично, с улыбкой, я всегда с удовольствием выслушаю все. И все, и доктора, не бойтесь стоматолога. Сейчас все процедуры проводят под анестезией, так что бояться вообще не следует. Я понимаю, у кого аллергия, тот еще сомневается. И то надо прийти, решаемая эта проблема. Мы все порешаем. Нет таких проблем, которые нельзя было решить. Обязательно нужно приходить. Сейчас все обезболивается.
страх снимается, не надо бояться стоматолога. Это прошло, уже ушло в прошлое, когда стоматологам пугали детей, взрослых и так далее. Не нужно нас опасаться, мы хорошие. Вы хорошие и добрые, да? Добрые. Современное оборудование и хорошая анестетика – это залог к безболезненному лечению пациентов. То есть. Страх нужно убирать. Можно выпить перед этим валерьяночку, идя к стоматологу. У нас мы видим, если пациент волнуется, делаем, измеряем давление, возможно, подбираем тогда анестезию дополнительную и так далее. Ну, я хочу пожелать нашим пациентам здоровья, благополучия, и чтобы их к нам обращались только за профилактикой, чтобы никогда вас зубы не беспокоили. Мы как-то переживем. Ой, Галина Федоровна, дай Бог ваши слова и до Бога. Друзья мои, время нашего эфира подошло к концу. Сегодня у нас в гостях были врачи-стоматологи первой областной стоматологической больницы города Николаева, которая была основана еще в 1954 году. Представляете? И пусть ваши зубы не болят. Желаю вам этого. Это была розмова на тему. На все добре.